Предварительно установлено, что пенсионерке позвонила якобы представительница Росфинмониторинга. Она сообщила, что некие мошенники получили доступ к персональным данным и счетам женщины. Чтобы сохранить накопления, необходимо срочно снять их в банке и передать курьеру для зачисления на так называемый защищенный счет. Я курьер федерального казначейства. Прямой посыльный. Женщина отдала порядка 1,5 миллиона рублей, а на следующий день пошла в отделение банка для получения справки. Работники финансового учреждения объяснили пострадавшей, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили маршрут передвижения курьера, после чего задержали его. Работу курьером он нашел в анонимной группе в мессенджере. Молодому человеку необходимо было забирать у людей наличку и приводить на указанные счета. Задержанный заключен под стражу. Полицейские ищут соучастников.